Наступившие холода никак не скажутся на дорожных ремонтах, которые сейчас продолжаются. Об этом рассказали в местной администрации. Речь идет об участке на улице Индустриальной, от перекрестка Свайнера и до мясокомбината. На проезжей части уже сняли старое покрытие. Работы по фрезерованию продолжаются. Как только потеплеет, приступят к укладке асфальта. Асфальт будет использоваться типа щема, достаточно устойчивый, значит, ко всем, значит, катаклизмам, так скажем, да, которые самозатягивающиеся при жаркой погоде. То есть, если на них образуется трещина, он начинает затягиваться. Закончить работы на этом участке должны к середине месяца. Отмечу, что держать на контроле ход и качество работ могут и сами первоуральцы. О нарушениях и недочетах можно сообщать в администрацию по телефону 64-8280, либо по электронной почте, адрес на ваших экранах.